Еще раз подумайте по поводу передачи. Канал, конечно, тоже необходим. И у нас снабжение все сильно требует внимания, особенно касаемо водонаборка ваших. Но, тем не менее, есть еще наше городское предприятие, комбинат благоустройства, которое, наверное, тоже нуждается в вышках, потому что у нас регулярно в сезон особенно возникают вопросы у депутатов, от жителей по поводу спил деревьев. Поэтому мы этой программой, на мой взгляд, до конца не пользуемся, ввиду того, что техническое оснащение комбината благоустройства, оно, наверное, все-таки требует тоже особого внимания. И второй момент, конечно, все-таки водоканал у нас достаточно прибыльная организация с учетом тех приобретений, которые периодически эта организация делает, поэтому я бы подумал над этим вопросом еще раз. Водоканал готов укрепляться на использование авторушки, чтобы она работала не только в рамках прямой необходимости, но в рамках коммерческой составляющей. И по поводу вашего предложения однозначно водоканал рассмотрит, по необходимости вышку будет передаваться комбинату для опиловки тех деревьев, которые нам необходимо работать.